Ребятушки, если вы ищете для себя новую гильдию или наоборот, ищете игроков для своей гильдии, то я предлагаю вам присоединиться к специальному каналу в Телеграме для поиска игроков и поиска гильдий. Ссылочки, конечно же, все будут в описании. Так что давайте, присоединяйтесь, дерзайте, все для вас. Привет, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва замков, и я нахожусь сейчас, мягко говоря, в офиге. С одной стороны, мне очень понравилось обновление, оно очень крутое, там добавили новую локацию и исправили какие-то ошибки, все очень прикольно, но добавили откровенное казино в игре, и ладно бы, если бы там, ну, что-то было адекватное с шансом выпадения чего-либо. Мы обычно ругаемся на то, что шансы снижены, ни хрена не падает, но, ребятки, это тот случай, когда шансы повышены, все падает. И это не есть хорошо. Это приведет баланс в игре к полной жести. Если вы считали, что сейчас все плохо с балансом, то будет намного хуже. Давайте я вам объясню. Это у нас выходит, во-первых, мысли вслух. Будем сегодня балаболить. Во-вторых, как бы вам мягко сказать. Вы уже видели, я записывал в видосе про обновление тему, что... Короче, мне там за пару тысяч три коробки пятого таланта пятого уровня выпало. У ребят за 5000 выпадал некроз. За 5000 самоцветов. Причем ни у одного человека. Это не мега-супер-пупер везение. Это выпало уже у трех на тот момент, когда я записываю это видео. И я не считаю это нормальным. Конечно, многие сейчас бездонатные игроки начнут угорать в комментариях. Ага, князь лошара, а вот так вот вам доны, передоны, вон, за 60к выбил некроз, а теперь соси болт, короче, мы тут будем доставать за 5000 некросов. Не, ну так-то вы, конечно, меня можете потроллить, только это приведет к тому, что у каждого будет некроз, это приведет к тому, что станет тупо неинтересно играть. Я уже молчу про то, что... Ребятки, выпало 3 коробки таланта 5 уровня за 2000 самоцветов. Посчитайте, сколько вам выпадет талантов пятерок за 2000 самоцветов, если вы обычным способом будете ролить таланты. Дайте угадаю, нисколько. То есть, по сути, нам таланты уже абсолютно невыгодно ролить. То есть, просто заходишь сюда и фармишь кулачки. За 2000 самоцветов можно зарубить там около 800 кулачков. И давайте погоним, у нас здесь есть 7000 самоцветов, и я тут думал даже провести эксперимент, взять и задонить пак на китайку и паролить, посмотреть, что из этого получится, потом вроде думаю, да ну нахер, а может быть и задоню, не знаю, сейчас 7000 самов, мы сейчас еще паролим, я уже на нескольких твинках паролил, коробки таланта 5 уровня повыпадали, и я как бы в шоке. И если честно, я надеюсь, что это косяк за китайцами, они это обязательно понерфят. Потому что понерфит, ну, понизит шанс. Потому что, ну, это, я не знаю, почему это. У меня просто нет слов. Начинаем ролить. Пока что ничего. Так, давайте сразу 10. Гуляем на все. У нас 50 попыток, ребята. Так, пока что ничего. Пока что ничего. Пока что ничего. Но вы не забывайте, пока что ничего, это падают кулаки, ребятки, и пропуски в подземке. И кристаллы героев. Ой, неужели уже понерфили? Так, ну хорошо. Вот коробочка таланта пятого уровня. Ну сейчас хуже у меня падает, чем на прошлом аккаунте. Ждем некроса, не знаю. Анубиса, хер знает кого. Так, еще кулачки. Теперь кулачки будут литься рекой. Теперь я не понимаю смысла акции на базаре, когда там за, ну, нормальные за пак ты там покупаешь 3к кулаков. Сейчас это не имеет никакого смысла. Вот дешевле просто взять его так вот, ну, типа, вдонил пак и... Ты за 27 тысяч, за 25 тысяч самов больше кулаков нафармишь здесь, чем если будешь участвовать в акциях. Хотя ты и так тоже их возьмешь. То есть это идет бонусом, ребята. Походу, я не знаю, порезали или просто у меня акт неудачный, но я почему-то нахожусь в полной уверенности, что
Так, у нас тут склад переполнил. Я нахожусь, ребят, в полной уверенности, что... Блин, ну, тут за пак, походу, некроса реально выбить. Потому что там уже такие скрины ребята кидают. Плюс 100-500 человек кидают скрины, как, блин, выбили некроса. Я не знаю, как это происходит. Я не знаю, что это такое. Типа, я реально надеюсь, что это баг. Я надеюсь, что это какая-то ошибка в игре. То, что они понерфят, но... Но не могли же разработчики такое сделать. Ну, типа, они же не самоубийцы. Зачем им убивать игру? Просто для чего им это делать? Я не знаю, ребят, посмотрим. Так. Кстати говоря, сейчас как-то вот херово нападало. Все-таки какой-то рандом остается. О, как теперь высвечивается сила, когда она поднимается. Так. Давайте, склад мы освободили, продолжаем. Слушайте, назло на видосе я сейчас не покажу супер-мега результата, но вы все видели, как я за 2000 выбил 3 коробки таланта 5 уровня в обзоре на видос. Так, опять 40. Ну, как бы я просто сижу в шоке, офигеваю со всего этого. Ну, типа, почитайте уже, сколько кулаков нафармил за 7000 самов. Просто, типа, вы чё, с ума сошли, ребят? Ну, спасибо, хоть некрос не выпал. Просто посмотрите, какой фарм. И это 7000 самоцветов. Короче, ребятки, хер его знает, что происходит. Тема жесткая. Вот, делитесь своими впечатлениями в комментариях, потому что, я не знаю, ну, типа, каждые 10 минут в чатах появляются новые скрины новых игроков, которые выбили некросов. На китайском сервере. Что это такое? С чем это есть? Для чего это сделано? Реально непонятно. Я сижу, ну, типа, в полном офиге. Такое, типа, как такое возможно? И я реально надеюсь, что это просто, типа, ошибка какая-то. И к моменту, когда выйдет обновление на русском сервере, это все дело исправит, шансы понизят. Но в любом случае, мне кажется, от этой рулетки больше минусов, чем плюсов. Типа, ладно, если бы коробки таланта 5 уровня падали только, ну тогда игроки взяли бы, ну, кто без доната играет, они бы себе талантики подправили, это хорошо. Но то, что там еще и кулаки, и дохера других наград постоянно падает, и... Как? Для чего? Какой смысл? Просто зачем? Я немножко реально в шоке пребываю. Я надеюсь, что это просто разработчики накосячили. Они это исправят, чухнут, поменяют. Все нормально будет. Только я не знаю, как они потом будут что забирать у игроков некросов или что. Ну, типа... Просто нет слов, ребятушки! Нету просто слов. Сижу такой, типа... грустный какой-то. Не знаю, что грустить-то. Хер его знает. Вот, ну, грустно, наверное, потому что думаю, что это абсолютно может убить игру, такие вещи. Не знаю, ребят, поживем, увидим, ждем обновления на русском сервере и посмотрим, что из себя все это дело будет представлять. Пожелаю вам всем удачи большой, всем пока. Thank you.